Я думаю, что это очень хорошо, что они нас поддерживают, помогают, потому что если бы не они, мы бы уже были в России. Позитивно. У меня очень много друзей, которые живут за границей, и они уже долго там живут. И когда я с ними общаюсь, у них есть намерение вернуться назад в Украину. Ну, она как и физически нужна нам, чтобы поднимать нашу экономику. Обязательно нужны какие-то дотации денежные, потому что в Украине мало уже работающих, много выехали. Соответственно, нужны деньги, нужна на политическом уровне поддержка, чтобы Россию все-таки поставить на место. Благодаря миру мы держимся сейчас, потому что, к сожалению, собственными силами мы бы не смогли выдержать это нашествие. То, что мы живем, и дай бог мирно, противник отошел от Киева, это и есть поддержка. Предоставление электрических генераторов, трансформаторов и много другого. Поддержка очень огромная, экономика вообще, она еще существует. Поддержка беззаговорочная и огромная. Конечно, чувствую, потому что постоянно читаю в новостных каналах о том, что выделяют и новые транши, и то, что есть поддержка оружием. Безусловно, Запад оказывает большую помощь и финансовую, и военной техникой. Сейчас уже в полной мере. Безусловно, Запад оказывает большую помощь и финансовую, и военную, военной техникой. Сейчас уже в полной мере. Я испытываю гордость за наш народ и за наших ребят, которые воюют. Вот. У меня мнение вообще поменялось на многих людей. Больше положительного. Оно, возможно, сейчас не ощущается, но когда ты видишь, что другие страны помогают тебе оружием, санкциями, когда в других странах люди выходят на митинги в поддержку украинцев, то очень помогает тебе как минимум морально. А физически, думаю, что парни из ВСУ лучше знают, как нам помогают оружием. Наши украинцы, которые за границей, они делают все, чтобы люди не забывали об этой войне. Она продолжается каждый день, к сожалению. Но так люди нам помогают, и это главное. Ну, у меня всегда гордость за нашу страну есть, конечно, и за нашего президента. Пускай мы должны победить. Вижу много роликов, ну, там, иностранная пресса, просто рядовые люди. Ну, лично мне это очень приятно, потому что я очень горжусь нашей нацией, тем, какие трансформации происходят у нас сейчас в обществе, как у нас все поменялось, поднялось самосознание, как мы сплотились. И, ну, очень приятно, что мы показываем всему миру пример. Украинцы самые лучшие, и Украина победит.